Выполните, пожалуйста, действие. Проверяем, все ли здесь присутствующие лидеры и лидеры компании Oriflame. Так, семерочки пошли. Доброе утро, доброе утро. Слышим, слышим хорошо. Так, отлично. И все видят, правильно я понимаю? Все видят и слышат. Я сейчас ставлю на запись наш вебинар. Да, видно и слышно. Так, чат только не видно общий. Должно быть всем все видно. И обращайте внимание, уважаемые дамы и господа, что пишем мы в чат. Перед этим в графе «Отправитель» выберите, пожалуйста, все посетители, чтобы люди могли видеть, присутствующие здесь на этом вебинаре вместе с вами, могли видеть. Так, нет такого, пишут. Угу. Ну, хорошо, я буду тогда, значит, какие-то у нас настроечки сбились, и, в общем, сегодня небольшой форс-мажор, раз вы не можете видеть чат. Но я буду стараться озвучивать тогда все варианты сегодняшних посланий из чата. Ну что ж, еще раз доброе утро. Мы начинаем наш шестой вебинар из цикла «Просто о сложном». И, как всегда, мы с вами, в общем-то, не меняем нашу цель и не меняем спикеров нашего вебинара. Поэтому мы говорим о том, что цикл этих вебинаров предназначен для того, чтобы сформировать у вас, дорогие лидеры, влюбленные в продукцию Oriflame, активно работающие с ней, активно желающие развиваться, расти и получать все больше и больше бонусов от компании. Мы хотим, чтобы у вас сформировалось так называемое автоматическое знание, которое позволяет вам с легкостью общаться с любыми вашими клиентами, с легкостью отвечать на вопросы и клиентов, и консультантов, и, конечно же, ваших лидеров из вашей персональной группы. Это позволяет вам достичь определенной уверенности в себе или экспертности, которая, в общем-то, ну, я не знаю, ее не видно, ее нельзя пощупать, но она чувствуется во взгляде, она чувствуется в ваших словах, когда вы говорите о продуктах, и, конечно же, она передается всем участникам ваших тренингов, да, это могут быть и тренинги по продукции, это могут быть и сессии по уходу за лицом, это могут быть и wellness-клубы и так далее и тому подобное, да, потому что на этих вебинарах мы всегда говорим о каком-то аспекте, связанном, безусловно, с продукцией компании Oriflame. И эти аспекты могут быть на самом деле разные, но их объединяет вот что. Их объединяет то, что они все относятся к нашим категориям фокусным. Это уход за лицом и wellness. Плюс это будут еще, мы планируем вебинары и по балловым продуктам других категорий, например, по ароматам. И есть еще, в общем-то, интересные задумки. Я думаю, что мы их с вами всегда сможем выполнить. И к чему я это так подробно объясняю, хотя это уже шестой вебинар, и я думаю, что вы не первый раз присутствуете на таких вебинарах, потому что за последнее время нам со Светланой очень часто говорят наши коллеги, либо лидеры, с которыми мы встречаемся на мероприятиях, что они начали работать таким инструментом, как, ну, в данном случае сессии по уходу за лицом, несколько сессий провели, поняли, что результата нет, и перестали работать этим методом. Но на самом деле, милые дамы и господа, здесь нужно, в общем-то, отдавать себе отчет в такой вещи, что, в общем-то, для того, чтобы сессии начали получаться, нужно наработать навык. А навык – это какой-то ряд повторяемых действий. И вот этот ряд повторяемых действий как раз-таки дает вам возможность заработать эту экспертность, возможность заработать этот опыт, наработать даже определенные, может быть, какие-то словосочетания или выражения, которые дают максимальный результат. Да? Ее, как я уже повторила, не видно, но она чувствуется. И, соответственно, как и любой навык, для того, чтобы
получить легкость в исполнении, в данном случае в работе с этим инструментом, нужно провести не одну и не пять сессий, и не 10, а скорее всего это как минимум 30, а может быть и более сессий для того, чтобы действительно чувствовать себя как рыба в воде. Это связано, ну, можно привести такой пример, как мы учились ходить, да, после первых 10 раз, когда мы упали, споткнулись, мы же не сказали: «Ой, это сложно, не буду пробовать», или вождение автомобиля, либо любое другое действие, которое сейчас у вас получается с легкостью, вы не задумываетесь, потому что есть определенная мышечная память, да, соответственно, вы это делаете на автомате, на автопилоте так называемом. Поэтому мы вот хотим, чтобы у вас и эти инструменты получались, работа с этими инструментами получалась вот в таком хорошем автомате. А для этого мы даем вам короткие, но очень емкие темы, отвечающие на один вопрос. Вполне возможно, что целиком вы эти темы используете, мы очень на это надеемся, в своих обучениях, в обучениях именно своих структур, да, потому что, конечно же, на сессии какие-то темы вы так не озвучиваете, но еще раз повторюсь, это дает вам уверенность в нашем продукте, уверенность в том, какой продукт вы даете людям, и, в общем-то, это дает еще и потом и увеличение заказов и, в общем-то, прирост в денежном эквиваленте. Вот для чего мы все это делаем. Я говорю «мы», потому что, как всегда, речь идет о двух экспертах стран СНГ. Это я, Анастасия Фурка, эксперт по продукции Oriflame стран СНГ. Я сегодня проведу для вас этот вебинар. И моя коллега Светлана Назарова, косметолог-эксперт стран СНГ. Мы с ней чередуемся. Сегодня, в общем-то, мне досталась эта возможность пообщаться с вами. И я думаю, что мы проведем время не просто, в общем-то, в приятной компании друг друга, но и еще и в приятной, точнее, не в приятной, а с пользой, с большой. Ну что ж, сегодняшняя наша тема звучит как новейдж начало. Мы так со Светой, когда, в общем, темы обдумывали, придумывали, нам пришло на ум такое название. Мне кажется, что вот это название достойно голливудского блокбастера. Оно такое звучное, оно такое завораживающее, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Как вы думаете, о чем пойдет речь в этой теме? Почему вас она заинтересовала, и вы решили поучаствовать в вебинаре? Пишите, пожалуйста, в чате, а я буду озвучивать ваши ответы. Почему вы решили присоединиться к этому вебинару с названием «Говорящим и интригующим новейдж начало»? Коллеги, давайте общаться. Несмотря на то, что это не так просто, мы с вами находимся на большом расстоянии. Как создавалась эта серия? Отличный ответ от Марины Мельниковой из Екатеринбурга. Узнать тонкости о продуктах новейдж. Посещаю все. Отлично, что у нас уже есть постоянные слушатели. Спасибо вам огромное, потому что именно для вас мы и делаем эти вебинары, Юлия. Так, еще. Ну вот здесь, в принципе, уже такие ответы на самый главный вопрос прозвучали. То есть мы сегодня поговорим о том, как создавалась эта серия, а если сказать еще более точно, что легло в основу даже не серии, а бренда Novage, потому что это не одна серия, это то, что объединяет под собой несколько серий, да, то есть бренд – это такой зонтик, под которым у нас будет находиться целых 4 серии, поэтому мы поговорим о том, что легло в основу этого бренда, Novage начало. Итак, мы начинаем. На какие вопросы мы сегодня с вами ответим? О чем мы будем говорить, если коротко сказать, да? Мы поговорим о том, что такое восприятие возраста, какое оно сейчас, какие у нас есть, возможно, ну, вы знаете, такие устоявшиеся утверждения, но уже не являющиеся правдой. Мы поговорим о том, как ведет себя рынок антивозрастных
возрастной косметики сегодня. И, естественно, очень-очень подробно мы остановимся на всех аспектах нашего ключевого исследования широкомасштабного Age Reflect и познакомимся с таким надежным экспертом в области косметологии, как Визия. Озвучим все выводы, которым пришли наши сотрудники в рамках этого исследования. И, в общем-то, еще раз поговорим о том, а что предлагает Oriflame, исходя из тех данных, которые мы получили, да, которые получили наши ученые. Соответственно, сейчас я хочу, чтобы мы с вами настроились на активную работу, активное общение между нами, потому что мне потребуется ваша помощь в проведении этого вебинара. Итак, переходим, в общем-то, к первой части нашего вебинара. Да? Сейчас вы на слайде видите потрясающих девушек. Женщинами и бабушками, уж простите, язык не поворачивается их назвать, потому что действительно эти представительницы прекрасного пола выглядят потрясающе. Они выглядят лучше, чем другие в их возрасте. И сейчас я хочу узнать ваши варианты ответа на вопрос «почему?». Почему эти девушки выглядят лучше своего возраста? Какие ответы, в общем-то, рождаются у вас в голове вот на такой быстрый вопрос? Почему девушки выглядят лучше своего возраста? Очень просто. Я жду ваших ответов чаще. Уход, гармония, комплексный уход за кожей. Ну, здесь пользуются системой ухода. Здесь собрались просто, в общем-то, люди знающие. Спасибо вам огромное за это. Любят себя и ухаживают за собой каждый день. Комплексный уход. Уход за собой с 20 лет и любовь к миру. Боже, спасибо вам огромное. Какие вы замечательные. Все в комплексе. Умно следят за собой. На самом деле, если спросить любого человека на улице, можете мне не поверить, а сделать это, кто-то говорит пластика, но это тоже вложение в себя, извините, да, есть такое понятие, как вложение в себя, и кто-то вкладывает в себя, как вы уже говорили, уходом за собой, комплексным подходом, а кто-то пластикой. Но в любом случае это тоже нужно уважать. Но на самом деле, если вот говорить на тему, вот почему кто-то выглядит лучше, чем ты, не ты конкретно, да, а лучше, чем кто-либо в конкретном возрасте, то чаще всего ответ будет у людей, например, опрашиваемых на улице, чаще всего это деньги. У них есть больше денег, поэтому они ухаживают за собой чаще, больше и так далее и тому подобное. Но тогда возникает, в общем-то, можно, так сказать, продолжить дискуссию и предложить два контрфакта. Тогда почему, да, если мы смотрим вот сейчас на знаменитости, у которых достаточно денег, да, почему тогда не все знаменитости выглядят так хорошо, да? Если бы мы говорили, что здесь дело только в деньгах, тогда бы, в общем-то, у нас не было, наверное, тех знаменитостей, которые с каждым годом прибавляют вес, выглядят старше своего возраста и так далее и тому подобное. И к тому же, да, опять же, еще один контрфакт этому утверждению, что дело только в деньгах, то, что, я думаю, вы можете увидите в своей структуре, и в вашей структуре, и в ваших городах, и в ваших семьях. И я уверена, у вас среди близких есть шикарные примеры, когда ваши мамы, бабушки, я не знаю, сестра и так далее, тому подобное, выглядят младше своего возраста, да, им всегда дают младше лет, чем это есть на самом деле. Соответственно, это тоже пример такой хороший. То есть, скорее всего, люди, живущие в наших городах, не зарабатывают столько, сколько Хелен Миллер или Джуди Дэнч, хотя зарабатывают достаточно, но при этом они выглядят так же шикарно, как эти две прекрасные девушки. Правильно? Правильно. И, соответственно, вывод напрашивается сам собой. Вот Евгения Романова пишет: «Мне 70, а дают 55». Прекрасный комплимент, я думаю, вы получаете, завидую вам, в общем, и я думаю, что на вас равняются
Многие. И, в общем-то, действительно, вы правы, кто говорит о том, что это постоянный уход. И на самом деле можно вот все ваши ответы свести к одному такому простому утверждению. Они выглядят моложе своих лет, потому что это их личный выбор. Это, ну, так сказать, то, что они приняли решение и сейчас подходят к этому вопросу комплексно, как вы отметили правильно, да, они, самое главное, понимают, что для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно ухаживать, любить себя. И в первую очередь, конечно же, мы говорим об уходе за самым большим органом нашего человеческого тела, за нашим защитником, который отделяет агрессивную среду от нашего организма, это нашей кожи. И, соответственно, этот уход, он... так сказать, включает в себя и аспекты правильного питания, и активного образа жизни, и, конечно же, это качественные средства по уходу за лицом. Без них никуда, да, и какие-то косметические, эстетические процедуры, безусловно. Но это все называется вложение в себя, да, на это нужно время, на это нужна энергия, и для этого нужно действительно принять решение выглядеть так, чтобы получать вот такие потрясающие комплименты. Соответственно, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что сейчас выглядеть молодо – это тренд. Это тренд, который существует, ну, уже, наверное, с нулевых годов 21 века, потому что раньше, наверное, такого не было, и существовал стереотип даже в наших странах. Я посмотрела, нас тут много из разных городов и стран, поэтому я говорю в наших странах, в нашем регионе, что женщина в 50, в 60 – это уже бабушка, ей, наверное, меньше положено думать о себе, больше положено думать о внуках, готовить еду, стоять у плиты и так далее и тому подобное. Сейчас этот миф рассеивается, и девушки в 50 лет, да, выглядят шикарно. Поэтому этот тренд наблюдается повсеместно в больших и маленьких городах. Но это связано еще и с тем, что продолжительность жизни у нас выросла. Если еще 100 лет назад мы с вами, в смысле человечества, да, жили на 35 лет меньше, чем сейчас, да, то сейчас, соответственно, мы живем дольше, и мы хотим, ну, в общем-то, сделать так, чтобы взрослеть изящно, да, изящное старение, если так можно сказать, да, вот такой термин можно здесь даже употребить, потому что действительно мы прекрасны в любом возрасте, и поэтому важно помнить это и, конечно же, применять к себе. Мы говорим о том, что сейчас женщины хотят выглядеть лучше, именно поэтому они находятся в постоянном поиске качественных косметических средств. И по данным, в общем-то, различных прогнозов, к 2020 году рынок антивозрастных средств достигнет 26 миллионов долларов. На самом деле рынок антивозрастной косметики является действительно таким одним из самых быстро растущих, быстро развивающихся, и наука не стоит на месте, потребители желают чего-то нового, и нужно, в общем-то, постоянно развиваться. Вот здесь мне приходит много-много таких потрясающих утверждений. Стареть нужно без сожаления и любить свой возраст. Действительно, спасибо вам огромное. Я вспомнила вот такое утверждение, что мне не 40 лет, мне 18, а все остальное – опыт. Вот кто-то подходит к этому вопросу вот так. И это отражается и на его внешности. А если мы говорим про рынок антивозрастной косметики, то, безусловно, что важно отметить, что, в общем-то, если косметическая компания хочет быть успешной, то, в общем-то, нельзя обойти эту тему стороной. И, как вы понимаете, наша компания, которая является экспертом в области красоты, да, имеет свой достаточно долгий, более чем 45-летний опыт. В следующем году мы будем праздновать 50-летие нашей компании. Ну и, соответственно, научно-исследовательский центр в своей собственности. Мы, как компания, тоже, в общем-то, если хотим оставаться номер один и выбором большинства, то мы должны предложить
эффективные средства, в первую очередь, в антивозрастном сегменте, понятные и нужные средства для женщин в разных регионах разного возраста и, в общем-то, те средства, которые действительно будут являться ответом на самые распространенные запросы потребителей, да? Просто нельзя выпустить какое-то средство, если оно не интересно потребителю, оно не будет успешно с точки зрения продаж. Поэтому вот все эти запросы у нас были, и что предприняла компания Oriflame? Компания Oriflame решила предложить новый подход к созданию антивозрастного бренда. В общем-то, мы поставили себе цель как компания создать бренд высокотехнологичных средств по уходу за собой, но при этом, чтобы они совмещали все лучшее, всегда вот с точки зрения нашей шведскости, чтобы они отражали нашу шведскость. А что отражает нашу шведскость как не наши основные принципы, да, в целом нашей компании? Какие это принципы? Это такой, знаете, синергия науки и природы, все лучшее от науки и все лучшее от природы. Всегда в наших средствах есть натуральные компоненты и новейшие научные разработки. Также шведскость отражает такой принцип, что, вы знаете, его можно коротко назвать инновации в массы. Инновации в массы – это значит, что, вы знаете, я думаю, что Швеция – одна из таких стран по максимальному количеству инноваций и научных разработок, в принципе. Но самое важное, что они не остаются широко известными в узких кругах. А принцип основной, да, – сделать их доступными максимальному количеству человек. И вот мы решили сделать такие высокотехнологичные средства, но при этом по достаточно доступной, привлекательной цене для женщин из разных городов, стран, населенных пунктов и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, чтобы эти средства, самое-то главное, да, отвечали потребностям и запросам самих женщин. Вот эти три главных принципа, которые нам нужно было совместить в нашем новом бренде. Что сделал наш компания? Наша компания решила пойти, не путем сразу создания и предложения этих средств, а она решила провести такое широкомасштабное большое исследование, которое на английском называется Age Reflect, но вы спокойно можете называть его, в общем-то, по-русски «Насколько лет я выгляжу?». И, в общем-то, это исследование, оно было достаточно долгим, достаточно массовым, и, в общем-то, мы хотели понять, какие возрастные признаки изменяют нашу внешность, да, и получить ответы на такой вопрос, да. А всегда ли тот возраст, который у меня указан в паспорте, то есть это биологический возраст, а всегда ли тот возраст, на который я себя чувствую, это психологический мой возраст, и тот возраст, на который меня оценивают окружающие, есть одна и та же цифра. Как вы считаете, это все три возраста, они всегда одни и те же? То есть сколько мне лет на самом деле, насколько я себя ощущаю и, в общем-то, на сколько лет я выгляжу со стороны, так сказать. Это всегда один и тот же возраст, который мне дают и который, в общем-то, видят люди, и на который я себя чувствую. Как вы считаете? Да. Нет, конечно. Нет. Еще какие варианты ответов? Вот четко вижу работу трех человек в чате. Спасибо вам огромное. Ну что еще? Постоянно меняется. Отлично. Какие еще варианты есть у нас? Даже из этого небольшого соцопроса понятно, что действительно эти три возраста, очень редко бывает, что это действительно одна и та же цифра. Всегда это три разные возраста, действительно. Я с вами абсолютно согласна. И наши ученые решили понять, а насколько в этих возрастах есть разница. Поэтому
они и решили провести это исследование H-Reflex. Что это было за исследование? Это было исследование, в котором приняли участие более 1000 женщин. Это было исследование, которое состояло из двух этапов. Первый, да, этап – это признаки старения были классифицированы экспертами-косметологами. Как вы видите, их выделено было 23 признака старения. И эти же, ну, так сказать, определенные факты, которые получили мы в этом исследовании, оценивались независимой группой экспертов. Назовем их так. Поэтому это исследование проводилось в нашем регионе для того, чтобы понять, какие признаки старения влияют на восприятие нашего возраста другими людьми. И, соответственно, наша компания решила, что в самом большом регионе нужно начать это исследование, хотя потом коллеги из нашего научно-исследовательского центра решили провести подобные исследования и в других регионах, где есть Oriflame. Как вы понимаете, да, разные типы кожи, я имею в виду азиатская, например, кожа, либо кожа девушки из Индии отличается от кожи девушки из России, ну, то есть я имею в виду европейской части нашего материка. И признаки старения в разном возрасте у них могут быть разные. Но вот здесь мы конкретно говорим про это исследование, которое было проведено в европейской части нашего региона Oriflame, вот так лучше сказать. Как вы поняли, достаточно релевантная группа для анализа, более 1000 женщин, разный возраст, разное социально-материальное положение, но их объединяет то, что они решили принять в нем исследование. И не зря на этом слайде вы видите вот такой аппарат, космический с виду, но очень такой действительно простой и понятный в, ну, знаете, в понимании, что ли, прошу прощения за тавтологию, аппарат. Этот аппарат называется Визия, и это тот аппарат, который позволяет измерять визуальный анализ изменений. Это высокоточный прибор для проведения клинических исследований, позволяющий и определить ранние признаки старения, и оценить их выраженность в соответствии с возрастом и типом кожи, потому что эти исследования проводятся на базе тех данных, которые уже есть в нашем научно-исследовательском центре, и проводится такой сравнительный анализ. Да? А насколько выражены признаки у вас в сравнении с другими девушками этого же возраста, да, в процентном соотношении больше или меньше, чем у определенного количества девушек этого же возраста с такими же показателями состояния кожи, и установить степень отклонения от нормы по целому ряду важнейших показателей состояния кожи. Да? Здесь у нас исследуется и глубина морщин, как вы понимаете. Но здесь, я думаю, все понятно. Еще будут некоторые слайды, которые позволят вам увидеть действительно вот, ну, наверняка, что ли, как проходят эти исследования. И текстура кожи, и под текстурой кожи мы подразумеваем и неровности, и проблемные участки, и, в общем-то, пористость сюда же можно отнести, то есть количество и степень открытости пор. Важный признак для определенного возраста. Здесь, конечно же, оценивается и пигментация. И здесь, в общем-то, сюда можно отнести и уровень пигментации, то есть насколько, ну, количество самого меланина, пигмента того самого, который в итоге превращается в пигментные пятнышки, насколько глубоко он залегает в коже и какое его, в общем-то, ну, содержание в принципе. И здесь также исследуются признаки фотостарения.
Здесь мы говорим об УФ-пятнах. Это уровень чувствительности кожи к солнечному свету, степень необходимости применения солнцезащитных средств. Также поры, как я уже сказала. Ну, еще можно отметить, что прибор также анализирует и состояние кожи по различным кровеносным, так сказать, пятнышкам. То есть, насколько близко кровеносные сосуды залегают в коже, какие-либо предрасположенность к акне, воспалению, и различным там венозным сеточкам и так далее и тому подобное. Да? И также здесь вот можно исследовать и степень загрязненности кожи продуктами жизнедеятельности бактерий, ведущих жизнь на нашей коже. То есть очень большое количество факторов исследуется на этом аппарате. И, соответственно, наше исследование Age Reflect или «На сколько лет я выгляжу» проводилось именно на подобном аппарате, потому что действительно он является одним из самых профессиональных, высокоточных аппаратов по измерению визуальных изменений, простите. И важно отметить, что такие аппараты есть, ну, во-первых, не у каждой косметической компании. Такие аппараты чаще работают в научно-исследовательских центрах, научно-исследовательских институтах по вопросам кожи. И очень важно отметить, что в нашей компании они тоже есть. И, в общем-то, очень приятно, что они доступны для многих из нас. Кстати, Визия позволяет, в общем-то, проводить не только вот такие исследования, да, но и позволяет смотреть изменения, которые происходят в коже после применения наших средств. Вот сейчас вы видите состояние кожи некой испытуемой, и здесь показано визуальное изменение состояния кожи по какому признаку, как вы считаете? Коллеги, по какому признаку вы видите изменение состояния кожи через 7 дней, через 14 дней применения и через 21 день? Спасибо. Ольга, действительно, морщины. Вы видите, что глубина морщинки и состояние ее точно уменьшаются через 21 день применения косметических средств компании Oriflame. Вот так мы, кстати, доказываем тоже эффективность, да, наших средств, которые вы видите под звездочками в каталогах. Здесь также приведен эта визуальная оценка изменений. Может быть, не настолько явно вы ее видите, но здесь, если вы обратили внимание, то можно сказать точно, что здесь есть оценка визуальных изменений по состоянию текстуры кожи, пористости и общему уровню пигментации и загрязненности кожи. Поэтому вот это все позволяет сделать вот такой простой и недолгий, кстати, анализ на нашем аппарате Визия. Но это мы рассказали, так сказать, базовые вещи об этом аппарате. Я думаю, что вот это тоже поможет вам затем при случае, так сказать, рассказать, как мы проводим исследования, да, потому что немногие косметические компании готовы делиться вот такими достаточно подробными фактами об исследованиях, которые проводятся перед запуском определенных продуктов. И вот вы здесь видите, что при проведение исследования Age Reflect первоначально эти 1000 участниц, женщин, прошли визуальный анализ на нашем аппарате Визия. И здесь, как вы видите, проходит трехступенчатое такое фотографирование лица в трех режимах. Это обычное, инфракрасное и ультрафиолетовое освещение. То есть можно называть так, как указано на слайде. И благодаря этому мы можем видеть лицо, точнее все признаки, о которых мы только что говорили, и, в общем-то, достаточно точно их определить и увидеть, потому что только лишь в стандартном освещении, ну, это достаточно, в общем-то, поверхностное исследование будет, если не делать еще и снимков в других видах
в других режимах, да. Поэтому вот делается несколько таких снимков. Они очень специфичные, сразу вам могу сказать, особенно вот это люминесцентное освещение, где мы проверяем пористость и фотостарение. И, кстати, вот здесь показана только фотография анфас, но еще и делается фотографии в таких же трех режимах. Направо голову поворачиваем и налево, да. То есть есть еще и вот анализ такой, как это выглядит ваша кожа справа и слева, для того, чтобы дать более точные данные. Но здесь для примера вот такой вариант проведен. Далее, как я уже сказала, после получения вот этих первоначальных данных мы провели первую часть исследования. Мы дали данные, в общем-то, всех участников, профессиональным косметологам, которые, в общем-то, знают, что такое визия, могут рассмотреть и увидеть все, что им нужно. И профессиональные косметологи могли работать с этими фотографиями в режиме, в общем-то, такого достаточно, ну, подробного рассмотрения каждого признака. Да. Могли отслеживать, как вы видите, здесь морщина именно в области века. Потом она, ну, заполняется на компьютере, можно проследить таким образом глубину, и делается вот такой вариант 3D-макета, как выглядят морщинки, точнее, можно сделать даже макет этой морщинки на компьютере. И затем уже, в общем, таким же образом и отслеживать уменьшение глубины, ширины и высоты морщинок, о которых мы всегда говорим. То есть профессиональные косметологи оценивали разные признаки. И вот здесь далее признак какой, как вы думаете, показан? Посмотрите внимательно на эти замечательные фото. Роботы, хочется сказать, но это не фотороботы, это живые люди. Причем, как вы видите, они расположены по возрастам. Ну, то есть люди от самого молодого, например, участника по данному признаку к более старшему участнику. Носогубные складки правильно слева у нас идут на экране. Это носогубная складочка, как меняется. Морщины вокруг губ, все правильно. И здесь можно сказать также и объем губ. Обратите внимание, что с возрастом объем губ наш уменьшается также. Поэтому за губками нужно следить в том числе и ухаживать за ними при помощи качественной декоративной косметики и других ухаживающих гигиенических помад. Отступление, но всегда полезное. Абсолютно правильно. Здесь у нас также показано, как вы видите, и морщинки в области глаз, под глазами, и, в общем-то, это же фото вот слева можно расценивать, где вот несколько вариантов, да, у нас одной и той же зоны есть в разном возрасте. Это же показывает и оплывание овала лица, в общем-то, здесь можно просмотреть, и оно действительно заметно. Поэтому вот такие исследования, вот такую большую работу провели эксперты-косметологи, участвующие в этом исследовании. Они сделали определенные выводы. Какие выводы конкретно, да, мы поговорим чуть позже. Но напоминаю вам, что я говорила, что наше исследование состояло из двух частей. Первая часть – это оценка косметологов-экспертов, а вторая часть – это оценка независимой группы тоже экспертов, но эти эксперты не имели никакое отношение, ну, так сказать, они, может быть, даже не были в курсе, для чего им задают этот вопрос, они не имеют отношения к каким-либо медицинским центрам, у них нет медицинского образования. Это простые люди, которые согласились поучаствовать в нашем эксперименте, в нашем исследовании и ответить на простой вопрос. А на сколько лет выглядит та или иная женщина на фотографии? Соответственно, людям просто давались фотографии разных женщин. Вот это 9 на 12, так сказать, получается, профиль. Вот такое кругленькое личико, да, которое сделал наш аппарат Визия. И у этих простых людей, у наших независимых экспертов спрашивали, а сколько лет вы дадите женщине, которая, ну, которую вы видите на этой фотографии? И ответы были совершенно разные. Да? Ну вот, например, давайте проведем с вами такой же эксперимент. Вот вы видите два лица. Женщина слева и женщина справа. Да? Соответственно, ваши варианты возраста этих милых дам.
Ну, то есть вы пишете через запятую, соответственно, та цифра, которая слева, я понимаю, что это относится к девушке слева, у которой видны такие белые, белое пятнышко сверху, а девушка, соответственно, справа 40, 50, 30. Сейчас, подождите. О, как вы оживились. 33-45. Можно писать еще хвостики. 33-12 месяцев или 33-5 месяцев. 30-50, 35-55, 35-55, 35-45, 40-48, 45-60, 35-55, 50, 40-55, 40-50. 30-50 несколько ответов, 40-55 несколько ответов, 35-55, 38-57. Это одно и то же лицо. Нет, это две разные женщины. 32-48, 35-60, 42-52 или 53, кто-то говорит 40 и 40. Соответственно, да, ответы разные, но если объединить ваши ответы, то девушки из лево дают в среднем от 35 до 40 лет, а девушки справа дают от 50 до 60 лет. Да? Как же оценивала этих милых дам, ну вот те, они, господи, простите, те участники независимой группы, которые работали вот с действительными фотографиями этих девушек? Какое было их восприятие? Ну, в среднем, соответственно, вы видите на экране, да, девушку слева оценивали на 43 года, общий такой результат, девушку на экране справа оценивали на 53 года. И вы абсолютно правы, это не одно и то же лицо, но возраст этих представителей исследования Age Reflect один и тот же. И, соответственно, их реальный возраст обеих, да, 48 лет. Хочется задать вопрос, да? Да, 48, ого! Вот такие комментарии. У кого-то кто-то пишет ужас. Но на самом деле это не ужас, это правда жизни. То есть, что мы, какой вывод самый главный нужно сделать из этой части исследования? А вывод на самом деле напрашивается сам собой. Даже не имея медицинского образования, даже мало что понимая в косметологии, даже не зная таких терминов, как меланин, пигментация, может быть, не зная таких терминов, там, как дерма, гиподерма и подкожно-жировая клетчатка и того, и так далее, мы с вами, хотим мы этого или не хотим, мы с вами постоянно оцениваем возраст. Вот, наверное, в самые первые секунды знакомства с человеком мы уже можем примерно дать ему какое-то количество лет, судя по его состоянию кожи, судя по тому, как он себя ведет, как он выглядит. Да? И мы для этого не просим паспорт, да? Не идем на курсы. У нас это получается... Вот получается у нас это. Справа кажется мужчина, но это девушка. Соответственно, что важно сказать? И потом, когда у этих участников независимой группы спрашивали, почему именно такой возраст вы давали, люди описывали просто то, что они видят, да, то, что их навело на мысль о возрасте. Например, девушки справа говорили, что у нее достаточно близко расположенные сосуды, то есть вот эти покраснения, да, на лице видны, большое количество морщинок, оплывание овала лица и некая одутловатость такая лица. Соответственно, исходя из этих признаков, мы с вами, как и участники этой независимой группы, вот сейчас только что, буквально несколько минут назад, сделали вот такой же эксперимент. И мы тоже давали возраст не просто так, а смотря на экран и вот так неосознанно анализируя какие-то признаки состояния кожи. Поэтому это мы делаем всегда, и это нельзя, так сказать, не учитывать. Именно вот эти данные также мы не могли не учитывать при тех выводах, которые мы сделали. Поэтому действительно вот эти две
части исследования, они дополняют друг друга, и они, в общем-то, и позволили нам создать наши уже любимые продукты бренда Novage. Но я могу сказать, да, вот мы с вами говорим про такой уникальный аппарат, который используют суперпрофессионалы, и, в общем-то, самое, да, важное, что это не дешевый аппарат, это очень дорогостоящее, профессиональное, подчеркиваю это слово, оборудование, которое используется, как вы поняли, и в нашем научно-исследовательском институте, и в Институте исследования кожи. Но при этом, опять же повторюсь, мы шведская компания, мы хотим сделать так, чтобы эти инновации были доступны многим. И действительно, вот эта инновация, как наш аппарат Визия, она доступна многим, потому что этот аппарат есть в нашем сервисном центре в городе Москва, на улице Усачева, 37, кто не знает. И, в общем-то, там эти исследования, ну, понятно, что, точнее, такой анализ можно сделать именно в Москве, пройти это тестирование, выполнив определенные условия. Они постоянно меняются, но вот по последним данным, точнее, их лучше уточнить у коллег из московского офиса. Не каждый может пройти, а выполнивший условия определенные для прохождения такого исследования. И там есть у нас вот такая потрясающая комната, где можно это сделать. Вот у меня был личный опыт знакомства, потому что мы также проходили со Светланой обучение для проведения тестирования. Вот так это выглядит, такие неземные фотографии получились на экране компьютера. И вы видите, что это исследование проводится обязательно без макияжа. Нужно убрать все волоски, потому что затем эти волоски, наш аппарат, они в любом случае выглядят, как, знаете, такая складочка, и он расценивается как лишняя морщинка. Они нам нужны, а они нам не нужны, поэтому все волосы убираются. На область декольте надевается непроницаемая такая ткань, для того, чтобы, опять же, аппарат ничего не отвлекал, никакой другой цвет, да, поэтому всегда черно-белое. Надо пройти условия, нужно выполнить, для того, чтобы пройти исследование, нужно выполнить условия в первую очередь, да, и записаться на него, потому что оно достаточно, ну, продолжительное, где-то порядка часа все это длится, вам даются рекомендации, поэтому можно это сделать, тем более, что с этим аппаратом у нас работают две потрясающие девушки, мои коллеги, это Светлана Бойцова и Лидия Гончарова, и, соответственно, именно они отвечают за проведение исследования, вот так это выглядит, туда мы кладем личико, и там происходит фотографирование. Главное в этот момент иметь очень серьезное, но при этом расслабленное лицо. Вот, не смеяться. Вот так она у нас выглядит. И это, так сказать, отступление для того, чтобы была мотивация выполнять условия. Если хотите, мы можем еще раз уточнить это условие, выслать их на ваших асмов. Если вы их выполняете и в ближайшее время едете в Москву, то, в общем-то, выполнили уже, точнее, потому что там в течение 3 каталогов нужно определенное количество наборов на Вейдж, насколько я помню, продать, да. Соответственно, если есть и выполнение условий, и поездка в Москву, почему бы не совместить приятное с полезным? Давайте перейдем к результатам исследования. Как мы уже с вами знаем по первому слайду об исследовании, результаты таковы, что наши профессиональные эксперты-косметологи выделили 23 признака старения. И самые важные указаны на этом слайде, да? И понятно, что признаки старения, они есть в разном возрасте, но какие-то признаки старения, например, морщинки или разного рода, например, оплывание овала лица или тусклая кожа, расширенные поры, неровная текстура, они, в общем-то, также имеют место в разном возрасте. То есть, например, в 20 лет у девушки не может быть оплывания овала лица, да, потери упругости. У нее не может быть очень глубоких морщинок, таких
в области там носогубных складок, да, морщинок вокруг глаз. Кто-то скажет, они есть действительно, но это мимические морщинки, которые при мимике кожа сокращается, когда вы перестали какую-то эмоцию выдавать, у вас кожа разглаживается, этой морщинки нет. Но с годами они становятся глубокими. Поэтому, например, глубокие морщинки, они уже связаны с возрастом от 30 и старше. Потеря упругости, она связана с возрастом, как вы поняли, 40 и старше. И поэтому вот эти данные позволили нам, в общем-то, создать серию продуктов, которые отвечали бы всем потребностям наших клиентов. Да? И при этом, вот мы выделили 23 признака старения, но при этом большинство участников, участниц экспертной независимой группы отметили, что самые важные признаки старения, да, на которые всегда обращают внимание и которые беспокоят максимальное количество людей, это как раз-таки сияние кожи, сюда входит и тусклая кожа, и текстура кожи, это морщинки, это упругость и это пигментация. Да? Вот эти признаки выделяют максимальное количество потребителей как самыми важными для них. Да? Это тоже важно было в нашем исследовании. Результат исследования был достаточно таким поразительным. Помимо того, что мы выделили вот эти признаки старения, но еще и был сделан вот такой дополнительный вывод, что 4 из 5 женщин не выглядят на свой возраст. Что это значит? Это значит, что если условно разделить наших милых дам, да, всех участниц исследования, то вот по ответам независимых экспертов можно сделать вывод. Приблизительно, условно сказать, что 25% девушек, одна из пяти выглядит на свой возраст, еще 25% выглядит младше своего возраста, а 50% выглядит старше своего возраста. Это те данные, которые показали наши исследования. Да? Достаточно неоднозначная такая вещь. Кто-то скажет, не совсем приятно. Кто-то скажет, очень жаль, потому что наши девушки считаются одними из самых красивых в мире. Они действительно таковыми и являются. И, мы, наверное, не некоторые телевизионные программы, которые говорят, как страшно жить, и больше ничего не предлагают. Наша компания – это другой вариант. Да? Наша компания даже в этом вопросе всегда может дать совет и предложить решение, что она и сделала. Ну, во-первых, да, мы заявляем это открыто и всегда. Мы говорим, что на 80% признаков старения можно повлиять. Да? И генетика, как многие говорят, у меня у мамы плохая кожа, у меня у папы плохая кожа и так далее и тому подобное, у меня от них это все. Ну, в общем-то, это достаточно недальновидно, да, так говорить, потому что на самом деле от генетики зависит только 20%. Все остальное, с чего мы начали в начале, это ваш личный выбор. Ваш личный выбор состоит в том, насколько хорошо вы будете выглядеть для своего возраста, да? Насколько качественно вы будете заботиться о коже, насколько качественное питание вы будете выбирать, насколько качественные витамины и другие пищевые добавки вы будете использовать для себя и для своей семьи, сколько времени вы будете уделять себе с удовольствием и насколько вы будете активными. Это все ваш личный выбор. И на 80% от него и только от него зависит, еще раз повторюсь, насколько хорошо вы будете выглядеть. Ну и, соответственно, в эти же 80% входит и выбор пристальный, внимательный, тщательный, качественных средств по уходу за лицом. Да? Потому что прежде чем что-то на свое лицо нанести, нужно понять, насколько это правильно для меня, насколько это качественные средства, ну и какой эффект они мне дадут. Поэтому
в общем-то, выбор всегда остается за нами. И компания Oriflame предложила, в свою очередь, именно такие средства и именно такие серии. Компания в конце 2015 года решила объединить под общим брендом. Брендом Novage. И в этот бренд входит серия комплексного ухода. Не один продукт качественный, шикарный, инновационный. Не два, а целый комплекс продуктов, которые позволяют удовлетворить все потребности вашей кожи. И очистить ее, и завершить этот этап очистки, да, благодаря тонику, и дать ей максимальный, ну, знаете, такой толчок к улучшению, это различные наши активаторы и дополнительные продукты. И, конечно же, это наш основной уход и уход за кожей век. Только такой вариант ухода, четырехшаговый, позволит нам получить те результаты, которые мы хотим с вами, безусловно, получить, приобретая эти продукты, и о которых говорит нам компания, да, делая заявление в качестве клинических исследований, да, что клинически доказано, что эта серия повышает, улучшает состояние кожи на такое-то количество процентов по такому-то признаку. Соответственно, эти серии мы объединили в бренд, известный многим, я думаю, любимый многими, бренд Novage. Какие это серии? Это Novage True Perfection, Novage Экологен, Novage Ultimate Lift и Novage Time Restore. Скоро появится обновленная серия и станет в бренде Novage 4 серии. Еще одна замечательная новость. Обращаю ваше внимание еще и на тот момент, что эти серии были выбраны не случайно и именно в таком количестве. Как мы с вами уже говорили, именно вопросы текстуры и сияния кожи, морщин глубоких, оплывания овала лица и пигментации многие наши участники, большинство участников назвало теми проблемами, которые их интересуют, их волнуют больше всего. И именно по этим проблемам мы предложили инновационные, высокотехнологичные серии, которые созданы на основе уникальных научных разработок и эффективных ингредиентов, да, стволовых клеток растений. Какие-то серии, как вы знаете, они в нашем ассортименте были, но войдя в бренд Novage, они остались такими же замечательными, как, в общем-то, и любимыми, да, многими миллионами людей. Это я говорю о серии «Коллаген», которая была создана вот в таком, да, соотношении уникальная технология плюс стволовые клетки растений немного раньше, чем появился бренд Novage, поэтому она осталась, все лучшее мы оставили. Да. А какие-то серии, я имею в виду True Perfection и «Власть над временем», они вошли в бренд Novage, усовершенствовавшись, усилившись с точки зрения компонентного состава. Да? И у нас появилась новая серия, ответ на самый частый запрос, на самую такую важную проблему для многих женщин, потому что девушек за 40 сейчас большее количество по процентному соотношению. Да? Это оплывание овала лица. И именно эта серия вышла у нас первой, Ultimate Lift бренда Novage. Как я уже говорила, эти серии отвечают всем четырем запросам наших потребителей. Они отвечают нашим ключевым принципам «лучшее от науки и природы», запросы потребителей и эффективность этих продуктов. Вы видите здесь, в общем-то, такие слайды, которые мы называем слайды-подсказки, да, с самыми основными заявленными действиями этих продуктов. Эти материалы вы можете найти на нашем сайте в разделе «После пароля», в разделе «Каталог бизнес-аксессуаров», скачать их для себя и использовать в своей работе. Это очень удобно. Поэтому
для работы у вас сейчас очень много чего есть. И главное – начать работать. Сегодняшняя тема, да, сегодняшний наш вебинар посвящался именно исследованию H-Reflect для того, чтобы еще раз дать вам, возможно, в руки те козыри, которые были у вас в руках на самом деле, но на которые мы, может быть, в меньшей степени и сами обращали внимание, и обращали внимание наш клиентов и консультантов, новичков. Да. При этом еще раз обращаюсь к вам с просьбой, да, использовать эту информацию на ваших тренингах для повышения квалификации, для того, чтобы обучить ваших менеджеров и ключевых партнеров в вашей структуре, либо давать их, знаете, за что-то, да, выполнил какое-то условие, получил вот такой уникальный тренинг. Потому что, да, зная наше желание, получив что-то новое, сразу всеми поделиться, а поделиться этим можно на тех мероприятиях, которые уже проводятся в структуре, как чаще всего и бывает, да, а проводятся сейчас чаще всего сессии по уходу за лицом. И тогда мы начинаем в сессии включать ту информацию, которую не предполагается включать туда. Да. Напоминаю вам, что сессии – это инструмент под ключ, там есть все, что нужно, и ее, соответственно, расширять какой-либо другой информацией не нужно. Как раз-таки вот такие тренинги помогут вам заинтересовавшегося человека, например, после того, как он приобрел либо набор, либо какие-то два или три продукта, либо один продукт, да, пригласить на следующий уникальный тренинг по красоте от Oriflame. И вот такие тренинги из цикла вебинаров просто о сложном вы можете использовать в качестве таких постоянных обучающих мероприятий, которые вы вставите в расписание своей структуры продуктовых именно тренингов. Призываю вас именно к этому. И обратите внимание еще вот на один момент, что у нас в 15-м каталоге запустится книга красоты. Узнаете о ней поподробнее и, конечно же, используйте ее в вашей эффективной работе со средствами по уходу за лицом и категории wellness, потому что это действительно не просто подсказки по брендам или по сериям, а это действительно то, что отражает видение нашей компании и ключевую нашу сейчас такой посыл, да, это красота как образ жизни. О чем мы сегодня с вами поговорили? Хочется еще раз остановиться на этом моменте в конце вебинара. Мы поговорили о том, как мы воспринимаем возраст и как на это реагирует рынок антивозрастной косметики. Мы подробно разобрали исследование H-Reflect. Мы познакомились с аппаратом Визия, на котором оно, это исследование и проводилось, и мы узнали, наверное, причины появления этих четырех серий в нашем бренде. Да? Или по-другому можно сказать, что это выводы исследования H-Reflect. И, конечно же, безусловно, мы предложили решение от Oriflame. На этом я говорю вам до свидания, но на самом деле продолжение следует, потому что следующий вебинар состоится уже 18 октября. Проведет его Светлана Назарова, косметолог-эксперт стран СНГ. Ссылка вам будет направлена дополнительно еще, пароль остается прежним. И на этом вебинаре вы поговорите более подробно об эффективности продукции с точки зрения тех тестов, которые проводит наша компания, чтобы быть уверенной не только в эффективности, но и в безопасности средств по уходу за лицом и других косметических средств, которые есть в нашем ассортименте. Спасибо вам огромное за активную работу, за то, что вы нашли время и присоединились к нам. И до новых встреч!